Шехзаде, что происходит? Как султан Мурад смог выжить? Очевидно, что он что-то заподозрил. Синан Паша. Он подстроил ловушку. Поставил вместо себя немого агу. А Ферхат ага был казнен на следующий день. Он заподозрил вас? Не знаю, Синан Паша. Но он был очень странным. Разве не казнил бы меня уже давно, если бы заподозрил? Да, это так. Да, но и здесь дела запутались. Кёсэм Султан чуть было не поймала моего валиде. В последний момент мы подоспели. Санаф Берхатун и Идрис Ага разоблачены. Слава богу, не заговорили. Но Кёсэм Султан сама увидела вашего валиде. И Султан Мурад может узнать об этом в любую минуту. Шехзаде, конец этого дела плох. Пока не поздно, вы со своей валиде должны покинуть столицу. Куда я поеду, Синан Паша? Я османский шахзаде. Не могу просто так исчезнуть из вида. К тому же, думаешь, меня не смогут найти? Есть места, куда не доходит власть султана Мурата. Шах Сафи. Он с самого начала поддерживает вас в борьбе против султана Мурата. Он с удовольствием примет вас у себя, пока соберется силами. Персидский шах, не так ли? Я подготовлю корабль. Сегодня ночью, после вечернего азана, приходите в порт. Вы через Крым перейдете на персидские территории. Что вы проворачивали за моей спиной, Синан Паша? А? Кто вы такой, чтобы заключать договор с моим врагом от моего имени? Если вы затеваете войну против Кёсэм Султана и Султана Мурата, то за вами должна быть сильная власть Шахзаде. К тому же, это лишь временно. Ты от меня ждешь, что я убегу, как трус, и примкну к врагам? Это не побег, всего лишь отступить назад. Как только мы наберемся сил, вы вернетесь назад. Вернетесь ради трона, который принадлежит вам по праву. Шехзаде, прислушайтесь ко мне. Я считаю, что султан Мурад давным-давно принял решение о вашей казни. Чего бы это ни стоило, но сегодня ночью вы должны выйти из этого дворца. Как ни жаль, самые приближенные ко мне, те, кому я больше всего доверяю, предают меня Баязет. Пусть Аллах убережет от тех, кто улыбается в лицо и роет яму. Я считаю, что султан Мурад давным-давно принял решение о вашей казни. Чего бы это ни стоило, но сегодня ночью вы должны выйти из этого дворца. Шехзаде? Меня отправил Синан Паша. Я выведу вас из дворца. И как мы выйдем? Есть дверь, открывающаяся из кухни. Для выноса еды. Оттуда я вас и выведу. Все ведь на празднике сегодня. Никто не заметит вашего отсутствия. Там вас будет сопровождать другой ага. Он выведет вас из дворца и уведет к проливу, и посадит лодку. Но нам нужно поторапливаться. У нас мало времени. Плохие вести, султанша. Султан Мурад узнал о ловушке, которую ему подстроили. Ферхат ага и его люди были казнены. Пусть все проклято, неумехи. Ведь султан Мурад не знает, что приказ отдал Баязет. Если бы знал, он бы его не отправил. Я не уверен, султанша, но у меня плохое предчувствие. Я думаю, что наш шахзаде, если не сегодня, то завтра. Аллах. Аллах, убереги моего сына. Синан, умоляю, выведи его из дворца. Умоляю, немедленно выведи и спаси его.
Не волнуйтесь, султанша. Я все продумал. Этой ночью мы уезжаем из столицы. Найдем пристанище у персидского шаха. Я уже поговорил с Шахзаде. Хорошо. Он ведь согласился? Вынужден согласиться. Это его единственный выход. Аллах. Аллах, убереги его. Синан Паша, почему мой Шахзаде до сих пор не пришел? Надеюсь, ничего плохого не произошло. Будьте спокойны, султанша. Аги приведут Шахзаде сюда в целости и сохранности. А вот и они. Шахзаде? Где Баизет? Якуб? Где Шахзаде? Почему не пришел? Я ждал Паша. Но ага пришел один. Султанша, я сделал все, что было в моих руках. Но он не пришел. И попросил дать вам это.